Приветос, на связи Вадимос. Сегодня я тебе расскажу, что у нас случилось с топерами, куда пропал Елол, что, куда, почему. В общем, реально, ребят, придумал интересный видосик, в принципе. Про топы расскажу, какая сейчас пыльца лидирует, что, кого и куда. Ну, как-то так, надеюсь, ты понял вкратце, что тут будет. В целом, можешь посмотреть. Небольшой, но, так скажем, полезный видосик придумал. Вот чисто быстренько с утра, чтобы посмотрел. Все, давай, ставь лайкос, там тебе не сложно. И приятного просмотра. Погнали, что ли, получается. Значит, смотри, вот у нас сейчас загружаются топы. Произошло, знаешь, что без фармии? Всех это на стриму вообще вопрос тревожил. Какого лешего пропал Елол, да? Вот, Hoops the Be Alt. И вот даже если подумать, кто это? Что это? И знаешь, что самое интересное? Если этот никнейм пробить в Роблоксе, его нету. То есть, давай вот попробую сейчас. Hoops. Также напишу. The Be Alt. Итак, ввожу это в поиски Роблокса. И вот этот аккаунт, который был в сети последний раз год назад. И как мы видим, тут появились странные никнеймы, как GG Bond Supreme. То есть, как мы видим, два странных ника. Возможно, это опять Елол как-то делает такие ники, которые не ищутся. Ладно, самое интересное, что сегодня, на данный момент, чтобы попасть в топы, нужно иметь как минимум 743 триллиона на счету за все время. Вот. За день, кстати, друзья, 5 триллионов сделал. Ну, в целом, пофармил, знаете где, только на Pine 3. Ладно, давай посмотрим. У нас сегодня в топах лидирует Just, Hoops и Тхэхэхэ какой-то. Итак, проверяем красный пульса, что потому что он сам не понял. Это вообще что такое? Ладно, бывает. Снимаешь чисто, у тебя интернет есть, да? Как бы, Серег такой, да, слышишь, перезайди, Вась, не парься. Такой, ну ладно. Окей. Значит, смотри, что самое интересное. Захотел пойти, значит, красную пульсу посмотреть, потому что она самая близкая, и тут вылетает. Чудеса? Да. Так, окей, лодим. Что у нас тут вообще за сервер? Угу. Вроде как русские. А, друг у меня тут есть, Велером, понятно. Нормально. Так, давай быстрее загружайся. Кстати, кому интересно, раньше такого не было в пчеловодах. Потому что вот. Это добавили совсем вот, ну, год назад. Бейджик. Вон он, это Uplay. Чего? Uplay от Bisform Simulator. Что? Что, прости? Я что-то не понял. Подожди-ка. Чё? В смысле, подожди. Если я сейчас обновлю страницу, в смысле, мне дали бейджик, выиграю... Что? Извиняюсь, в смысле, бейджик за то, что вы играете пчеловод. Так подожди-ка. Часть, ну, самый низ. Это что за прикол? Типа, у меня бейджиков целая куча, да? С видос вообще видишь, как уникально получается утренний, поэтому... Странно, если кто-то лайк не прожал. Так. Вот промотал, дружище, в самый низ. И знаешь, что там вижу? Так. В целом, бейджики все вот. 59 тысяч Yesterday. А, это, короче, бейджик новый начал работать. И знаешь, какой он? Он просто без ничего. Ладно, удивлен. Честно удивлен, почему-то, типа, так произошло. Так, Just Hoops It Хэхэ. Проверяем. Надеюсь, меня второй раз не выкинет, да? Спасибо. Итак, смотрим. За сегодня у нас... Это вообще кто такие? То есть это не топ-3, не первые, вообще не красные. Понятно. Ясно, понятно, классно, помянем. Ну, кстати, напишите, как у вас красный фарм, ребята. Мне интересно, реально. Так, тут. Понятно. Тоже нету. Че за рофл? Подожди. Если нет в красных, если нет в белых. А первые ники у нас на G, H и T. Ну, может, я не заметил, ребят. Просто сейчас самое интересное. Что в синий тогда? Подожди. Что-то вопрос прям интересный. Я, конечно, мог через окно смотреть, как это было гениально, но ладно. Все-таки залечу в магаз. Кого я вижу? Блин, не, реакция прозрачная, потому что, ну, я что-то не удивлен. Пульса-то имба. Собрал 4 триллиона 754. Стоп, за день столько же вышло. Че синий? Ай, лал. Ребят, что я вам скажу? Елола тут нету. Его, как писали, забанили, может. Хотя, не знаю, зачем, ну ладно. Может, ребят, кто-то знает, что куда с Елолом. Короче, понятно, все. Синяя имба. Не, ребят, в чем прикол? Это пыльца имба из-за того, что тут, ну, как бы рюкзак самый жесткий. Долгое время эта пыльца была самой фиговой. Потом все. Все поменялось.
Теперь, короче, баланс есть, но вот в красных уметь надо фармить, в белых тоже надо уметь. Ну там жесть полная. Кто идет из тех, кто не умеет, там вообще... Я не знаю, как они вообще собирают хоть что-то. Но как мы видим, в синей вообще все стабильно. То есть... Нет, других тоже, ребят, там уметь надо. Просто если ты не умеешь фармить и не хочешь париться, вот синяя пыльца, добро пожаловать. С данной палочкой 5 трилинов, друзья. То есть реально всего один буст. Ну и шарик вот этот очень быстро набирается. То есть я его задолбался разгружать, эти 49. Поэтому вот. В общем, вот такой странный, но интересный дос получился. Надеюсь, тебе понравилось. Чисто там сколько он, 5 минут прошел, ну... Блин, мне прикольно. Надеюсь, тебе так же. Ладно, все, давай. Ставь лайкосик, подписывайся на канал. Уникальный, интересный получился всем. Если ты этого не понял, то бывает. Как бэджик получился. Как бы про пыльцу тебе рассказал. Про топ. Ладно, все, пишите, знаете, что там с топами у нас. Что за два типа в топ-3, которые между резом. Ну, а я пошел делать еще один видосик. Благодарю, что досмотрел. Всего наилучшего. До скорых встреч.